Сергей Рохин. Подстраховался. Сергей выполнил подачу свою не так сильно, как мне показалось, но и совершенно прав был на самом деле, потому что предоставил право соперникам. Это, по большому счету, самый, наверное, реальный шанс в этом матче на что-то бороться, но пока мы такой серьезной агрессии и стабильности, главное, не видим. Вот тут Пенчев, Соколова. Элемент болгарского противостояния в российской суперлиге. И один в один доигровщик закрывает диагонального. Внутри команды кружочек, забег. То, что иногда ему не хватало. Пенчев, классно. Вот что красиво, то красиво. Белогорье набирает, увы, всего лишь для себя 16 очко. Это вряд ли такой призыв к погоне прямой, хотя вот подача Луба. Сейчас нужен на площадке. О, какой Пенчев. Это вроде бы и тройной блок. Нельзя сказать, что запутали блокирующих факела, но тройной блок был неплотный. Вот почти вот на всех стыках там были какие-то изъяны. У него давайте взглянем, видим, да, и, ну да, Волков даже и не под ним оказался по той или иной причине. И тут же ошибка в приеме от Пенчева, который исправляет ее прекрасным блоком вместе с Рохиным. На сей раз Галивенко, кстати, примерно через ту же зону, где предыдущий мяч забил, только два блока оказалось, и это направление было закрыто. И человека просто, ну, легендар. Пенчев там справляется с подачей, падает Артем Вольвич. Как-то опаснее, чем обычно. Надеемся, без травм обойдется. Да, вроде бы все нормально с Артемом. 8-5. Вот так вот на старте, как казанцы ушли вперед на 3-4 очка и пока не могут. И казанским клубом и очень много дружеских вот таких вот моментов некоторых есть. Что касается только, например, противостояния тренеров Геннадия Шипулина и Владимира Олегна, которые вот не самым милым способом, так скажем, высказывались друг о друге в свое время. Два тренера, которые... И попробовать полидировать в этом матче. Коротко о последних трех сетах от Артема Вольвича мы все это наблюдали. А здесь у Максима Михайлова приходится укороченная подача. И вот как раз-таки навыков принимающего, наверное, инстинктов принимающего Максиму Михайлову не хватило. Подойти поближе к сопернику. 21-17 на подаче. Рузалин Пенчев. Эйс. 22-17. Пенчев. Этот же элемент продемонстрировал Константин Осипов. Да, такие мячи, наверное, тяжело остановить на великолепной высоте. Андрей Титиш сместился в зону подачи. И Пайп, Пайп, красивая комбинация от Белогорья. Но повторили, повторили свою комбинацию с Пайпом. Сейчас хотя бы какие-то шансы искать надо. Концовка уже начинается, а отставание минус 4. Здесь хорошо. Да, Розалин Пенчев классно по линии. Давай,
Вот одна из самых опасных. На подаче. Михаил Моров отзащищалась Белогорье. И Розалин Пенчев приносит победу своей команде.